Всем привет! Сегодня я для вас подготовила обзор новой тональной основы от Clinique, которая называется Even Better Refresh. Эта тональная основа недавно вышла, и здесь написано даже на упаковке, что это увлажняющая и восстанавливающая тональная основа. Вообще, в целом, сразу вам скажу, очень много чего нам Clinique обещает с этой тональной основой, из-за чего я на нее клюнула, из-за чего мне сразу захотелось ее заказать. Ну вот, спойлер, по факту, очень мало чего я от этой тональной основы получила. Как по мне, так это самая провальная тональная основа 2019 года. Она мне не понравилась абсолютно. И так как Clinique это все-таки достаточно популярный люксовый бренд, и стоит эта тональная основа не так уж и дешево, мне хочется и с вами поделиться своими впечатлениями, своим субъективным мнением. Я вам покажу и в макро, как она лежит на мне, как она держится на протяжении дня, и также как она начинает выглядеть вот буквально сразу после нанесения. Я считаю, что негативные обзоры нужны не менее, чем позитивные, и хоть я люблю делиться больше с вами какими-то открытиями и больше на этом фокусироваться, но иногда и стоит также рассказать, на что не стоит попадаться и на что, по моему мнению, не стоит тратить деньги. И давайте начинать. Ну что ж, начинаем наш разбор полетов. Сначала давайте с чисто технической информации начнем. Если на нее посмотреть внешне, то я не считаю, что у нее какая-то особенная достойная люкса упаковка, обычная картонка, а тональная основа упакована вот в такую вот тубу. Полное название Clinique Even Better Refresh. Сделана эта тональная основа в Канаде, срок годности у нее 24 месяца после начала использования. Будет у вас возможность добить ее до конца, даже если вы крайне редко будете ею пользоваться. По объему здесь 30 мл, я себе взяла оттенок WN01 Flex. Это самый светлый нейтральный оттенок. На официальном сайте Clinique, конечно же, очень красиво расписывают эту тональную основу. Она подходит для сухой, сухой комбинированной и жирной комбинированной кожи. Написано, что у нее плотное покрытие, стойкость до 24 часов, которое оживляет вашу кожу для более молодого внешнего вида. Запомните эти слова. Также написано, что она увлажняет на протяжении 24 часов. У нее натуральный финиш, она также затирает все поры, разглаживает. И, короче говоря, фишка здесь в том, что они делают акцент на том, что она именно делает вашу кожу как бы моложе на вид. Среди ингредиентов они здесь выделяют гиалуроновую кислоту, которая разглаживает мелкие морщины. Также написано, что мощные пептиды помогают разгладить вашу кожу, а салициловая кислота создает новую текстуру. И сразу, если посмотреть на список ингредиентов, здесь эти компоненты, конечно же, есть. Единственное, я бы не сказала, что в большой концентрации. Большей концентрации здесь ниацинамид, о котором они совершенно почему-то не упомянули. И это тот компонент, который, как мне кажется, как раз-таки больше способен увлажнить, потому что он здесь в большей, гораздо большей концентрации. Но сама тональная основа, если посмотреть даже несколько первых ингредиентов, это вода, два силикона, полимер, это то, что создает ту текстуру, которую вы сейчас увидите на лице. У этого тона очень плотная текстура. Вот смотрите, я практически вертикально держу палитру, и он еле-еле вот так вот подтекает. Что касается текстуры тона, то она совершенно не такая, какую я рассчитывала здесь увидеть. Как видите, я нанесла очень мало, и сейчас буду сразу растушевывать, потому что первый раз, когда я пользовалась, я нанесла много, это был вообще полный кошмар просто. Текстура очень плотная. И когда речь идет о какой-то увлажняющей тональной основе, вот последнее, что я представляю, это вот такую вот плотную, даже с какой-то стороны мучную текстуру, которая ложится сразу как будто и тон, и пудра вместе. Обычно такую текстуру имеет как раз-таки более матирующие тональные основы. Вот недавно мы с вами обозревали Art Deco. Вот там для меня такая текстура абсолютно логична, потому что она больше все-таки для жирной, комбинированной кожи. Здесь же весь маркетинг строится на том, что это чуть ли не возрастная тональная основа, потому что и морщины нам разгладит, и увлажнять будет на протяжении дня, и вообще мы с ней как бы должны выглядеть гораздо моложе. Что же мы имеем по факту после нанесения?
Во-первых, очень плотная текстура и достаточно плотное покрытие. Она перекрывает, ну, на моем лице, наверное, 90% всего. Выглядит это крайне сухо и перегружено. Вот сейчас после нанесения прошло, может, минуты 3, не больше, и у меня такое впечатление, что она уже подчеркивает все мои морщины, она уже начала трескаться вот здесь, вот в этой морщинке. И также я вижу, что уже начинают формироваться вот здесь вот морщины, которые обычно я вообще не вижу с другими тональными основами, которые действительно более увлажняющие, более пластичные, более сияющие. Финиш у нее, опять-таки, ну, не сказать тоже, что натуральный. Это ближе все-таки к матовому финишу. И вот действительно, по нанесению, по тому, как она выглядит на лице, она гораздо больше мне напоминает матирующие формулы. Но я на лице сейчас, откровенно говоря, вижу маску, при том, что я старалась нанести легким слоем. Из плюсов этой тональной основы могу отметить, что оттенков очень много. А если вдруг у вас был пробник этого тона, и он вам понравился, то у вас очень высокие шансы подобрать себе классный оттенок, потому что и разные подтоны там есть, и достаточно широкая линейка. Хотя в зависимости от страны завозится, конечно же, не вся линейка, а там какое-то ограниченное количество. Но, в принципе, если задаться целью, и даже если в вашу страну не завезли нужный вам оттенок, можно его достать где-то там в интернете. Также из плюсов могу отметить стойкость. На мне она держится как прибитая. Но вот проблема в том, что с самого начала до самого конца общий вид мне абсолютно не нравится на лице. У меня действительно ощущение маски. Она также подсушивает мою кожу, то есть я ее ощущаю, и знаете, вот такое вот ощущение, когда чуть стягивает кожу, когда она начинает немножко чесаться, и когда тебе хочется побыстрее добраться уже до ванной комнаты, и это все смыть с лица. На мне она трескается и заваливается в абсолютно все морщины, и в носогубные складки, и здесь на лбу, и вот в эту морщинку на лбу, и вокруг крыльев носа она у меня скатывается. Также она достаточно тяжело выглядит в таких зонах, как вот, например, подбородок, она какими-то легкими такими хлопьями ложится, что создает ощущение, как будто у меня кожа гораздо более сухая, чем на самом деле. Клиник заявляет, что эта тональная основа хорошо работает с текстурной кожей. Здесь я, в принципе, могу согласиться. После нанесения вот те зоны, которые более текстурные, например, у меня это вот эта вот зона, зона носа, да, более сглаженный эффект, здесь я соглашусь, но почему зоны, которые в принципе у меня беспроблемные, выглядят хуже, чем до нанесения тона, вот это для меня загадка. Короче говоря, я не знаю, что тут конкретно пошло не так, но для моей кожи эта тональная основа совершенно не подходит, мне просто вот абсолютно не нравится, как она выглядит у меня на лице. Это полный провал. Вот действительно, для меня этот тон, это самое худшее, что я пробовала, наверное, в 2019 году вообще в принципе. И давайте я сейчас закончу макияж, и мы с вами подведем уже финальные итоги. А в заключение я могу однозначно сказать, что больше к этому тону я не притронусь, потому что, мне кажется, он на моем лице создает больше проблем, чем решает. А мне не нравится абсолютно ничего. Мне не нравится, как он выглядит. Мне не нравится, что он делает мою кожу более сухой на вид, чем она есть на самом деле. Мне не нравится, как этот тон подчеркивает морщины, как он заваливается и трескается в них. Мне не нравится в целом ощущение на лице, потому что очень сухо и стянуто как-то все ощущается. И мне также абсолютно не нравится, как сверху косметика наносится. Если я наношу жидкие текстуры, то тон как будто начинает слегка разрушаться. Вот сегодня я наносила жидкий хайлайтер на скулы, и тон сразу как будто начал разрушаться внизу. Я потом сверху еще должна была это все закреплять сухим хайлайтером для того, чтобы как-то все это сгладить. Ну, короче говоря, действительно, как-то проблем гораздо больше, чем я получаю бонусов. И в конце я хочу вам показать еще три аналога, которые как раз-таки имеют схожие характеристики, но при этом качество, как мне кажется, значительно лучше. Так вот, если вы хотите плотное покрытие, но при этом увлажняющую тональную основу, мне кажется, самым лучшим выбором будет тональная основа от PS Lifting. Она действительно и плотная, и увлажняющая одновременно, красиво смотрится и в том числе и на морщинах, недаром она называется лифтинг. Она не подчеркивает морщины, не трескается в них, она более пластичная и держится тоже очень
очень прилично на протяжении дня. Если же вам такое плотное покрытие не обязательно, вы просто хотите оживляющую тональную основу, как Клиник нам обещали, которая будет просто красиво выглядеть на сухой комбинированной коже, оживлять действительно лицо, выглядеть не то чтобы сияюще, а ближе именно к натуральному финишу, ну, может быть, немножко более сияющему, то лучше здесь взять Estée Lauder Double Wear Nude. Это вообще моя классика, я обожаю эту тональную основу, независимо от поры года, независимо от состояния моей кожи. Всегда мне нравится эта тональная основа, никогда она меня не подводит, красиво выглядит, хорошо держится, в общем-то, к ней у меня просто ноль претензий. Если же вам нужна такая тональная основа, которой Клиник является по факту, то есть матирующая, очень стойкая, разглаживающая текстуру, то здесь очень классным выбором была бы тональная основа от Art Deco Perfect Tint Foundation. На все эти три тона у меня есть отдельные обзоры, там где также можно посмотреть и макро, как и в при дневном освещении выглядит, стойкость на протяжении дня и так далее, поэтому если вдруг какое-то видео вы пропустили или не смотрели, то в описании под видео будут ссылки на эти обзоры, поэтому обязательно тоже посмотрите. Art Deco вот гораздо лучше в плане вот именно матовой тональной основы, перекрывающей, стойкой, она на мне держится, вот просто, знаете, как прибили, так и держится, с самого утра до самого вечера, учитывая то, что сейчас еще такая сильная жара, абсолютно тоже беспроблемно, но при этом нет вот этой вот сухости. В целом, мой вам совет, если вы планировали покупать этот тон, если он вас заинтересовал, и вы присматривались к нему в магазине, я не советую покупать до тех пор, пока вы не возьмете пробник и не протестируете это вот реально на своем лице. Конечно, этот совет актуален для абсолютно любых моих обзоров, потому что независимо от того, нравится мне тон или не нравится, это мое субъективное мнение, это то, как он ведет себя на моей коже, что я, собственно, вам и комментирую. Поэтому, независимо от того, хвалю я тональную основу или ругаю, я всегда советую, что если есть возможность, сначала попробуйте, а потом, если вам понравится, то уже тогда покупайте. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их не смотрели, можете посмотреть сейчас. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.